каким конкретным исполнением вот эти вот книги, вот эти вот четыре, я хочу подарить Рамзану Кадырову. Ему очень полезно. Дело вот в чем. Я в прошлые годы был как диссидент. Что вам помогает? Диссидент. Вы бывший диссидент, да? Да, я сидел в пяти тюрьмах. Вот, видите, я иду арестованный. Вот он. Отлетят цветы. 86-й год, а в 87-м нас 210 политзаключенных от обмена освободили. Ну, я очень рада. Я начальник детского лагеря 40 лет. Это старший воспитатель. Без помощи государства 1000 детей поднять. И книги эти, практика, как возродить эту жизнь во Христе. Как жить с Богом, что за нас Христос умер. Мы себе не принадлежим. Мы Божьи. И поэтому, говорят, евреи ограбили страну. Мусульмане заменили. Не спорю. Но у нас есть оружие. Любовь. И всегда говорю, мы победим. Любовь движет всем в жизни. Да, мы будем показывать, как со Христом хорошо. И они это поймут и увидят. Спасибо вас, Бог. Дай Бог вам удачи, чтобы все ваши мечты сбылись. Да. И спасибо вам за подарок. И просим ваших молитв, чтобы помолились эти. Спасибо.